Иншаллах, и Армения тоже образумится и воспользуется транспортными коридорами, которые будут проходить и по ее территории. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлюд шагу. Он отметил, что Армения, удерживая земли Азербайджана под оккупацией в течение 30 лет, увидела, что не сможет достичь стабильности, но мы, Турция и Азербайджан, протянули руку мира. Азербайджан предложил объемлющий мирный договор, а обсуждения должны быть ориентированы на результат.